То есть понедельник, а в среду, значит, еще не будет. 80-х годов, чего нет, например, замечательный радио юбилеи, это наши музыканты, артисты. Одно вещание. Наш слушатель – это так называемые рожденные в СССР, то есть 35+. Это те, чье детство, юность, молодость прошла в советское время. Те, которые это помнят, но которые смотрят вперед и продолжают активно развиваться и на грузинском языке, украинском, белорусском. Стратегия развития радиомира. Много лет. Начали активно заниматься радио. Это очень важное событие и для нашей компании, для телекомпании РИАД и для Оренбурга в целом. Нашу компанию, несомненно, это выводит на совершенно новые стандарты работы, на совершенно новые подходы. Перед нашей компанией ставятся очень серьезные задачи, которые мы будем выполнять. Электроника, то есть, это не страничка.